Привет, мой сын. Я у бабуси. Ты когда домой придешь? Ой-ой-ой. Ты что там делаешь с дедом? Вот играю. С дедом играешь? Да. Ну ладно. А ты когда домой придешь? Я приду только вечером, я на работе. Вот звоню тебе узнать, как у тебя дела, что ты делаешь. А почему мы пошли с тобой на пикник? Ну, пикник-то мы же с тобой когда договорились сидит, когда будет тепло, когда лето наступит, тогда мы с тобой пойдем. Это когда мы поспим, мы уже пойдем на пикник? Ну, не когда поспим, а когда уже подготовимся основательно. Мы с тобой вчера список весь составили. Пап, а. Стоп, мы когда поспим, мы уже пойдем на пикник, короче, да? Короче, да, ладно. Да? Мой сын, я тебя... так? Да, я тебя обнимаю, сильно крепко. Пап, вот, ты понял мой приказ? Мы поедем туда, понял? Понял. Мы поедем, когда мы поспим, мы поедем уже, подготавливаемся и едем на пикник. Ладно. Палатку с собой не возьми, палатку возьми, чтобы ночуй там и спать. Хорошо. Пока. Деду расскажи.